Сәлеметсіздер ме? Менің атым Қабыкен Жахан. Біз бүгін оқушылардан интервью сұраймыз. Здравствуйте, меня зовут Жахан Қабыкен, и мы сегодня в Жатахане берем интервью у Тугузова Адиля. Адиль, как вы подготовились ко Дню учителей? Подготовились мы на высшем уровне, танцы, песни, все есть. Как вы думаете, этот день хорошо пройдет? Да, он пройдет незабываемо. Спасибо вам за интервью. Как вы подготовились ко Дню учителей? Мы подготовились очень хорошо. Очень хорошо, мы думаем, подготовились, потому что мы старались очень сильно. Как вы думаете, как пройдет этот день? Я думаю, этот день пройдет на высшем уровне. Учителям очень сильно понравится. Спасибо. Здравствуйте, мы в Жатахане. Касым, как по-вашему пройдет День учителей? Ну, я думаю, что День учителей пройдет очень хорошо. Скажите мне, как вы подготовились к этому дню? Ну, мы очень хорошо подготовились. Мы придумывали песни и все. Спасибо вам за интервью. В нашем эфире Санжар. Санжар, как ты думаешь, учителям понравится ли наш концерт? Мы надеемся, что наш концерт понравится учителям, так как это праздник в их честь. И каждому человеку понравится, когда устроят праздник за его заслуженную работу, за его хорошие поступки, за задавание знаний. На этом все. Следующий вопрос. Хорошо. А вы будете принимать участие в этом концерте? Конечно. Вся школа принимает участие в этом мероприятии, так как это незабываемое событие, которое проходит раз в год. И оно празднуется, справляется тем, то, что мы восхваляем тех, кто нам дал знания, учил нас, подготовил нас к будущим дням. Все. Спасибо. С вами был Санжар Абдуллин. Біздің эфирімізде Нұрбол Төлеубеков. Нұрбол, енді сенің сүйікті мұғалімің кім? Құпияңды ашып жіберші. Құпияңды ашсам бұл Нұрлан ағай. Ай, бәрекелді. Нұрболдың сүйікті мұғалімі Нұрлан ағай. Өретмендер күні үшін не дерсін? Өретменлер күні үшін tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler olmasa biz bilgi öğrenemeyiz. Öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Айлин, как ты думаешь, как пройдет концерт, который мы готовили для учителей? Этот концерт мы готовили очень долго, и я надеюсь, что пройдет отлично, потому что мы уже как неделю на нервах готовимся, и, ну, думаю, что пройдет хорошо. Біздің эфирімізде Мира Жибаева. Мира, сенің сүйікті мұғалімің кім? Құпияңды ашып жіберші. Әр мұғалімде өзінің жақсы қасиеттері бар, және мен мұнандай мұғалім жақсы, мұнандай мұғалім жақсы деп айта алмаймын. Өте дұрыс. Сен осы концертте қатысасың ба? Жоқ, мен қатыспаймын, бірақ мен плакаттарды жасауға және әнді айтуға көмектескен. Өте дұрыс. Рахмет саған. Софи, сен біздің концертімізде қатысасың ба? Иә, қатысамын. Сен мұғалімдерге не тілейсің? Мен мұғалімдерге зор денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Рахмет саған. Біз мектептің оқушыларымен әңгімелестік. Олардың барлығы мұғалімдерге денсаулық, жақсылықты тіледі.